Всем привет, ребята! Вы на канале Арина Лав. У нас уже 2 июня, началось лето. Я снимаю для вас день с реборном Лиамом. Видите, у нас дождик, погодка не очень. Итак, ребятки, вот Лиам, он уже не спит. Сейчас мы пойдем умываться. Кстати, смотрите, видите, у него тут пластырь, это он в садике ударился. Лиам, вам еле видно. Так. Ой, Лиам. Не туда. Нижние зубки. Верхние зубки. У Лямчика уже 4 зубика. И мы их хорошо чистим. Несмотря что на улице прохладно, у нас дома очень жарко. И Ляму я одену вот, вот его любимую футболочку без носочков, потому что у нас очень жарко. Итак, ребят, на завтрак у нас, как всегда, ложечка, тарелочка, слюнявчик, водичка. И вот, ну, открою кашку от Nestle 6 месяцев с яблоком и бананом молочным. Извиняюсь, тут мой кот. В общем, вот. Блин, ребят, я не могу так телефон поставить, поэтому пусть будет вот как-нибудь так. Во. В общем, навела кашку, она получилась жиденькая, ну, нормально. Сейчас, наверное, опять будете сидеть, говорить, ты опять кормишь Ляму. Да, ребят, я опять кормлю Ляму. А еще видео не будет где-то 2 недельки после этого. Вот, потому что у меня есть подруга, она скоро уезжает, мне надо с ней провести время. А еще я занялась очень важным проектом, плюс практика в школе. Еще один проект, в общем, да. Так, все, Лям, давай я тебя дальше сама. Поэтому пока что вот так вот. В общем, да. Лям, кстати, у нас уже в садик. Открыли после карантина, и он туда ходит. Так. Сейчас, да, попить Ляму. Так, ребят, я усадила Ляма, принесла ему спиннер и его любимого плюшевого бегемотика и оставляю его одного играть. Итак, Ляму надоело играть, и мы сейчас пойдем на балкончик. Чуть-чуть подышим свежим воздухом, я вам покажу вид, так сказать. Ребята, не пишите вы мне, что Ляма может упасть. Нет, потому что я тут нахожусь, и очень маленькая форточка, Ляма ее не раздынет. Вот, в общем, такой вид вот. Ну, вы его много раз уже видели. Да, Лям сидит на чемодане, сверху тут полотенчиком, беговая дорожка, еще тут кролик вообще, в общем, да, вот так вот. Сейчас Лям подышит чуть-чуть свежим воздухом. На улице, кстати, прохладненько, и я не думаю, что сегодня мы пойдем гулять. Почему Лям не пошел в садик? Потому что сейчас Лям летом не очень-то будет ходить в садик, только так, иногда. Ну, Лям, хорошо тебе тут? Скажи, мама, не мешай. Осторожно, не упади, смотри. А еще вы можете меня поздравить, я начала худеть. Да, решила, что надо сбросить хотя бы 8 килограмм, чтобы весить там, ну, 45, например. Вот, так что, не знаю, продержусь я или нет, но я очень на это надеюсь. А, молодой человек, с вами все хорошо? Ну, просто вообще, на самом деле, Лям так очень любит спать. Летом я ему тут стелю плед, подушечку, и все, и Лям тут лежит, дышит воздухом. Я побольше только кошку открываю, вот так где-то. Дышит воздухом и все. И засыпает, когда мы не можем выходить на улицу. Тут нас обычно косят, но сейчас довольно тихо. В общем, вот. Скорее всего, это видео получилось очень короткое. На самом деле, я не рассчитала время, потому что мне сейчас надо убегать к врачу. А потом я уезжаю с мамой в Москву, и времени доснять это видео не будет. Поэтому, да, оно получилось, наверное, короткое, так что с моим голосом не знаю. Надеюсь, вы не расстроитесь, но сейчас я Лямчика уложу спать, и все. Собственно, отучаемся спать без соски. У Ляма, кстати, уже неплохо получается. Ночью он с соской, а так он уже сам может без соски. Ну, когда он капризный, он сосочкой обычно. Да, Лям. Не знаю, посмотрим, устроит ли он мне истерику или попросит на ручки. Лям перестал проситься на ручки. За это я ему очень благодарна, потому что он немножко тяжеленький. Да, ну, в общем, все, Лямчик, давай, засыпай. Почему же в этом видео я не показывала свое лицо? Потому что я не накрашенная. В общем, я не хочу показывать свое лицо. Да, а еще я заплела, кстати, вот эти косички. Уже 2 дня с ними хожу, чтобы получились такие волны, кудряшки, в общем, что-то такое.
Как я сказала, 2 недели видео не будет. На самом, ну, может быть, 12 дней, я не знаю, потому что времени реально снимать нет. Но для вас есть хорошая новость. Я скоро поеду на дачу. Когда моя подруга едет, я поеду на дачу, и там целую неделю буду для вас снимать видео. Будет неделя влогов, если вы захотите. Вот. К сожалению, просмотры упали, то есть на последнем видео 38 просмотров. Это довольно мало для нас, это неактивно, так сказать. Учитывая того, что у нас с вами 151 подписчик. Вот, мы, так сказать, маленькая семья, но я безумно люблю эту семью. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, давайте наберем 5 лайков. Вы подпишитесь на мой канал, плиз. И давайте наберем хотя бы 50 просмотров. Я всех люблю, всем пока!